Нужно готовиться всем службам. И дорожным, и МКУ, и, соответственно, службам ЖКХ. И здесь не только в обеспечении надежной подачи коммунального ресурса и работой с энергоснабжающими организациями, но и выполнение графика сброса снега с кровель. 41%, который я услышал на сегодня, мы планировали до 15 марта завершить полностью сброс со скатных кровель. В зависимости от интенсивности осадков, соответственно, будут возникать определенные риски. Некоторые управляющие компании не удосуживаются своевременно огородить эти места сигнальными лентами. Работа должна быть направлена на своевременное выявление и принятие действенных мер по устранению этих недостатков. Далее, то, что касается в основном администраций районов, это очистка внутриквартальных проездов. Коллеги, у нас в основном, особенно образовательные учреждения, детские сады и школы, находятся внутри жилых массивов. Соответственно, передвижение возможно только по внутриквартальным дорогам к ним. Но сейчас погодные условия складываются так, что, в принципе, эту работу можно и нужно выполнять. И желательно все-таки планировать максимально с вывозом снега.